Es ist ganz klar, dass wir nicht hinnehmen werden und niemals hinnehmen werden, wenn gegen jüdische Einrichtungen Anschläge verübt werden, dass wir auch Veranstaltungen, die gewalttätig verlaufen und die mit antisemitischen Parolen begleitet werden, nicht akzeptieren können. Und ich will ausdrücklich sagen, dass ich auch empört bin. Das empört mich persönlich, was einige dort rufen und tun. Und das ist eine Haltung, von der ich überzeugt bin, dass ich mir da einig bin mit den Bürgerinnen und Bürgern Deutschlands. Und wir gemeinsam stehen da zusammen zum Schutz auch unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Что касается удара по, как вы сказали, по госпиталю, трагедии, которая там произошла, это ужасное событие. Но сотни убитых и сотни раненых, это, конечно, катастрофа в одном месте, тем более в месте гуманитарного характера. Вот. И я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае, нужно сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров. Мое впечатление после разговора с 5 лидерами региона. Это были важные своевременные разговоры. Я вам сейчас скажу главное, без деталей. У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения развития и конфликта и усугубления ситуации. Вот, на мой взгляд, основные игроки, кто-то по определению не хочет, кто-то чего-то опасается, но вот готовности к тому, чтобы развивать конфликт, превращать его в крупномасштабную войну, у меня так сложилось впечатление, таких практически нет.